Более 60 белгородских школьников вернулись из воронежского детского лагеря «Голубой экран». На отдыхе ребята пробыли 21 день. Для девчонок и мальчишек подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программы. Поход в цирк, в океанариум, творческие мастер-классы и новые знакомства. Скучать точно не пришлось. Мне больше всего запомнилось, как мы ехали в океанариум. Ух ты, что ты там видел? Расскажи. Угрей, акул, пингвинов. Больше всего запомнилось это цирк. Там были животные настоящие. Делали русский язык. По математике решали примеры. Я познакомился с Ромой и Семеном. Да. И с мальчиками с другого отряда. Но, пожалуй, самый долгожданный момент – встреча с родителями. Для многих ребят это было первое дальнее путешествие. Впрочем, как отметили взрослые, дети сменили обстановку, развеялись. И самое главное – были в безопасности. Первый раз отправился ребенок. Страшно было, конечно, потому что переживала. Он не очень самостоятельный, но, в принципе, справился. Он не скучал. Он звонит, говорит, я, мол, здесь мне нравится, в таком духе, как бы вообще... Мы больше переживали, чем он. В океанариуме были, и на спектакле были, и в цирке были, и мастер-классы были, и мышку гладили. В общем, чего там только не было. Эмоции переполняют, и это красноречивее слов говорит о том, что отдых удался. Напомним, что всего на сегодняшний день по приглашению глав других субъектов белгородские школьники находятся в детских лагерях, в частности, в Калужской, Липецкой, Тульской, Пензенской и Ярославской областях.